Приемник его в нагрузку к тормозу? Нам так и не удалось выяснить, как тормоза зовут. Напишите в приписном Федя. У него морда толстая, ему пойдет. Раздвинет все шлюзы, и закроет глаза. Тебя как, Федя, зовут? Зовут меня Анатолий Васильевич Пестемеев. Я слесарь-инструментальщик 4-го разряда. А чё ты им-то им не назвал? А чё баловать? Сами документы потеряли. Пусть ищут.